сегодня первый день открытия нашей молодежной спартакиады. Впервые в обществе у нас решили провести молодежную спартакиаду, в которой будут участвовать все сотрудники общества в возрасте до 35 лет, территориально работающие в городе Томске. Сегодня первый этап, первый день проведения данного мероприятия. Всего таких этапов будет 20. Начинаем мы с лыжной эстафеты. То есть надеемся, пока погода нам благоволит, все у нас получится. Идея молодежи. Молодежь просила, молодежь хочет заниматься спортом, хочет активности, хочет быть бодрой, веселой и здоровой. Какие эмоции? Их много. Дыхание сбито, только что финишировал. Ехал четвертым своей команды, старался догнать время, чтобы выглядела команда на общем фоне достаточно успешной. Вот, поэтому все силы вложил это. Даже он палочку сломал уже прям на финише. Все понравилось, спасибо организаторам. Спартакиада великолепная, погода великолепная. Удовольствие, лыжня, друзья, коллеги. Все супер, ребят. Ну как? Отлично.